стабили. Все играют через ризонов, через более агрессивно все делают. А, ты чисто так? Так, что мы такое оставим? Не, у нас третий дропчик. Раннее. Вот у нас все красные, мы ходим вторые, да, давай. Что-то бабай все у нас это на Иторнал линкует и линкует. Плохо, конечно, что он первый, и он найдет раньше на ход. Штормик, к сожалению. Поэтому нам надо его просто пробивать. Побыстрее, и все. Да, добрый вечер. Просто побыстрее его пробивать. Да, он там внизу есть. Кто-то тысячу даже кидал разок. А так это давно было, сейчас считай. Когда только начинали. Когда народ был, сейчас народу мало. Че, подставляемся под шторм? Хотя пока... Да, да тут все равно мы, считай, что... Здесь это заработать, как уже говорили, не та игра, надо в ХС идти, еще чем-нибудь. Здесь мы чисто для удовольствия. Слушай, нам еще чуть-чуть время дали. Ё-моё. Так, слушай, ну я этого я оставлю. Так, а вот только что нам взять? Нам, наверное, чарджеры все-таки надо взять. С другой стороны, там будет харш, поконтрить. А толку? Нам вот этот тапольщик точно не нужен. Хотя, Онька нам тоже. Не, Онька нам тоже не нужна. Весь вопрос в том, надеемся мы на ускорение трекером. Либо нам нужен Калип Чойс. Трекер он пробьет, но нам нужна одна мана. А Калип Чойс от кого мы будем? Сейчас все равно будет харшек. Там останется Вадиус. Да, давайте Калип Чойс. Опа, не нашел ничего он. Нет, а смысл пробовать? Я стримлю, потому что мне нравится эта игра, а не потому, что я хочу на деньги заработать. Я вообще прикрутил эти донаты, не знаю, через сколько времени, после того, как только начал. Мы есть чисто ради игры. Да это уж бету, уж в эту бету 2 года играешь нормально. Так, опять мы вторые. Ну ладно, первый раз был нормальный второй ход. Поэтому здесь стрим, потому что просто интересно и все. Для денег, в принципе, есть работа. Я не сижу тут по 10 часов, как кто-то народ. Не рекламлю, не подключаю рекламу, не подключаю ничего. Это просто удовольствие. И все. Так, как бы нам правильно с этими земельками распределиться, да? Давайте мы тогда здесь. Так я программистом. Ну,
таким совсем по всему подряд. Нет какого-то определенного. Все в одном. Он задумался, так задумался. Странно. Так, ну ладно, значит мы еще синенькую получим. Я не против. Так, ну ладно, пока нам еще рано за мерчом идти. Непонятно, что у нас там есть. Окей, торчит хорошо. Значит, у него не будет перторча сюда и шторма. Это радует. Мы, может, кстати, даже будем, если нас всех убьют, мы сможем вытащить. Мы даже сможем вытащить трекера. Можем облитерейт. Облитерейт сложно, кстати, тащить. Точнее, облитерейт опасно тащить. Или не опасно. Будет ли у него еще сколько? А, слушай, а у него нету этих. Да, точно, облитерейт. У него нету. Как так он без кобальдов играет? А это очень опасно играть без кобальдов. Как так? Хотя бы штучки две должно лежать всегда. По-любому должно. Два кобальта должно играть. Так, пока остаемся. Потому что может быть торч быть хорошо, всех убьют. Поэтому не будем выставлять сейчас. Хотя какая разница была? Вот что и мы хотели, все эти контроли. Нормально с ними получается. Ну, конечно. Себе что-то ничего не раздавал, странно очень. Ну ладно. Опять с контролем быстренько сыграли.